ходит он там. Да, водитель хренов. Сам проехал. Нагни, Мали, не. Еще ниже. А ты что, не можешь вот эту? Я ж не вижу. Я ж тебе показываю, я чтоб ты вижу, вниз. Я думал, ты вниз наоборот показываешь. Я не про стрелу, если я вот кистью нет, показываю. Я ты стоишь вот так вот, этвишь, я думал, ты так. Я одной рукой показываю вниз кистью. Нет. Если вот так, то вверх-вниз. Ну что вот, такой тупой-то? Палец или сюда вниз, значит, это, или так. Это полностью стрела. Лена, Лен. Или вот, вот так надо показывать? Вот, я же откуда знаю, туда. Так это... Я в карман, он воткнутый был. Да ёпт! Ты, я тебе покажу так, ты вот эту будешь опускать. И когда вот эту надо наклонять? Вот эту наклонять надо, одну вот эту. Вова, не надо свои косяки на меня перетут. Я гайку искала, Боб на месте стоял, я видела. Ты как что не сказала? Только... Чё, трактор пошёл вырезать? Чё не заводишь? Привет! Привет, уважаемые друзья, привет! Чё, всё в работе? Всё в работе, короче. Чё, в мазуте? Лена Степановна. Чего? Ты хочешь, чтоб номер наш опять увидели? Козырный. Стал заводить, друзья, всем привет. Сегодня воскресенье, стал заводить трактор. Ну. А проблема оказалась в свече. Негодная свеча. Пробивает свеча, и этой нету. Вот. Разобрал карбюраторы. Поменял прокладки в этот. Диафрагма. Карбюратор, диафрагма. Ни хрена у тебя сколько карбюраторов. Вот, короче, поменял все. Вот сейчас вот оказалась свеча. А свечей-то мало. Карбюратор в целой кастрюле. Вот так вот. Ну что? Чё? Сейчас зашел за свечой. За свечой зашел домой. Ну. Две свечи лежало в тракторе. Вот. И одна свеча была новая, дом лежала. Вот. Что, новая заработала? Новая заработала. Надо это было. Понятно. Это. И вижу это, как называется? Звонок пропущенный. Или сообщение. Звонок пропущенный. Я догадываюсь, откуда тебе звонили. Короче, позвонили ребята, звонят, поздравляют. Завода. Победителем нашего конкурса, который занял 3-е место, становится Белов Владимир из Омской области, из деревни Окунева. Вот, ну и там. Ну, у нас первый опыт как бы с ним был. Ну, вот так вот. Ну а что, я сейчас посмотрю его, наверное, чуть позже, надо будет съездить. Сейчас мы заведем трактор, поедем к родителям, у них там надо сделать планировку земли, там что-то они хотят. Вчера привезли земли, там они, завтра обещают мороз уже. А сегодня у нас снег вон навалил, да, чищу, да, снег. Да. Так что, на крыше вон. Уважаемые зрители, можете меня поздравлять. Какой ты нескромный, а! Да, можете. Да. Мы, конечно, рады. Нас. Неожиданно, не нас. Думали. Можете нас. Не думали, что так получится. Лена Степановна, поздравлять, да. Да, да. Ну, а мы сейчас что? Сейчас. Не-не, мы посмотрим, обязательно интересно там. Вот ну, что пожелаешь на следующий год? Главное участвовать. Пожелать хочу всем здоровья.
всем участникам, всем, кто зрителям. И всем своих побед. Да. Не только в конкурсах, а вообще по жизни. Да, да, да. Да, всех своих побед, да. Так что... Так, ну а мы продолжаем. Продолжаем мы. Я вон, видишь, вон там, вон. Ну, вон в этом, в тракторе видно меня. Отражение? Понятно. Да, ставьте лайк. Я, наверное, грязный, да? Да нет, руки только. Только руки, да? Ты красивый, Вова. Продувал, все прочешал. Сам дул, что ли, продувал? Ну, так оно что, стал заводить, он два раза хряпнул, буднул и заглох. И я говорю, что за фигня? Что ж ты так? Вот. Гуднул. Так что вот так вот. Всех, еще раз повторю, всех зрителей, всех участников, всех заводчан, причастных к производству этого продукта, всех поздравляем с праздником. Сегодня, кстати... Какой праздник? Видишь, какой праздник? Финал. Праздников. Ну, остальных конкурсантов. Да, я говорю всех. Мы... Самая главная победа, что у нас есть... Пресс-подборщик, да. Это самая главная для нас победа. Мы можем выполнять, вот независимо от каких-то вот этих людских факторов. Чем раньше поедешь на покос, блин, бегаешь то одного, то другого. Сейчас сел спокойно. Сейчас никто работать не хочет, все обленились. Солярки меньше идет. Так что вот так вот, уважаемые... Да, которые хотят работать, не умеют на покосе. Да. Навыков нету. Как у нас в первый сезон. Да. Как у нас в первый сезон, да. Да, на пресс-подборщике. Ну, все равно, какие навыки. Навыки были чисто как. Спасибо другим, которые выкладывают ролики, как пресс-подборщик работает. Все-таки учились и у них. Так. Так что вот так, сейчас завожу, выезжаю, еду там родителям, разравниваю, потом, а сейчас время уже обед будет, сейчас уже время 12. Кушать охота, что ли? Ну, я-то приеду, суп разогреешь. Борщ там, а не суп. Борщ. А то говорят, плохо я его кормлю, блин, борщи. Да. Вон Харя. Улыбается. Ладно, завожу. Давай. Заводи. Так. Чё там? Диафрагму переставь. Мы живем в огромной стране Россия. И у нас большое количество сельскохозяйственных угодий. Кто-то занимается выращиванием зерновых, кто-то масличных культур, а кто-то занимается животноводством и заготавливает сено для своих животных. Завод «Унисибмаш» производит целую линейку моделей пресс-подборщиков рулона для заготовки сена, которые успешно работают во всех регионах России и Казахстана. Дорогие друзья, всем добрый день! В этом году на заводе «Унисибмаш» был объявлен конкурс на лучший видеоотзыв, видеоролик о технике, которую мы производим. А именно, конкурс назывался «Сенокос 2021». Многие покупатели откликнулись и поучаствовали в нашем мероприятии. За это особая благодарность. Мы решили сделать этот конкурс ежегодным. И в следующем году будет... Сенокос 2022. Кто не успел поучаствовать в этом году, можете принять участие в следующем. Поэтому всех приглашаем. Для участия в конкурсе требовалось записать видео, ролик или видеоотзыв длительностью не менее 5 минут, в котором должно было быть приветственное слово от участника, обзор техники и краткий рассказ о ее конструкции, фрагмент техники в работе, то есть выполнение технологической операции в поле. Если это пресс-подборщик, значит, прессование рулонов. Если это грабли, значит, сгребание или ворошение волков –
И заключительный фрагмент видео, почему участник приобрел или рекомендует именно эту модель техники, или не рекомендует вовсе. Требовалось загрузить ролик на свой или дружественный YouTube-канал и отправить ссылку видеоролика на электронную почту Унисибмаш, подписаться на группы в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграме, а также на канал Унисибмаш на YouTube. В нашем конкурсе приняли участие 22 человека из разных регионов России и Казахстана. Все видео получились очень достойные, и выбрать лучшее было очень непросто. Мы составили лист голосования из 10 вопросов. Из числа сотрудников нашего предприятия жюри в количестве 12 человек, просматривая видео каждого участника, оценивали от 1 до 5 баллов по каждому из пунктов. Тем самым определились видеоролики с максимальным количеством баллов. Мы разделили всех участников на две группы. Первая группа – это победители с 1 по 3 место, которые набрали максимальное количество баллов, и остальные участники, которые также получат ценные призы и подарки. Каждый участник нашего конкурса получит такие сувениры от завода «Унисибмаш» с нашей символикой. Это бейсболка «Унисибмаш», это рубашка «Поло», блокнот и ручка «Унисибмаш», а также календарь на 2022 год. Итак, приступаем к награждению сначала наших участников конкурса «Синокос 2021». Поздравляем Николая Борисова, участника конкурса видеороликов об технике «Унисибмаш». Николай живет и работает в Челябинской области. Он приобрел пресс-подборщик PR-145M у нашего дилера компании «Агротехкомплект» в городе Уфа. У Николая есть YouTube-канал, в котором много познавательных и интересных роликов о технике «Унисибмаш», которая может пригодиться всем пользователям техники нашего завода. За участие в конкурсе Николай получает замечательный электроинструмент марки Bosch, который пригодится ему в постройке его лошадиной фермы, и диплом участника конкурса. Поздравляем! Поздравляем Левицкого Андрея, участника конкурса «Синокос 2021». Андрей из Новосибирской области, села Криводановки. Приобрел у нас технику, пресс-подборщик PR-150M и грабли ГКП-5.3. Андрей наш друг и постоянный покупатель. С ним мы уже знакомы более 7 лет. Он в своем видео показал нашу технику в работе. Благодарим за участие Андрея, успехов его фермерской деятельности и дарим ему диплом и электроинструмент марки Bosch. Жумабай Ерлан, участник из Республики Казахстан. В прошлом году он уже у нас принимал участие в конкурсе «Синокос 2020». И в этом году прислал свой видеоотзыв для того, чтобы одержать победу. Поблагодарим Ерлана. В 2015 году Ерлан приобрел у нас на заводе 180-й пресс-подборщик и грабли. Технику он уже использует в течение 6 лет. Плотность рулона ему очень нравится. В условиях казахского климата рулоны могут храниться от года до 4 лет. Ерлан снял очень красивые кадры, видео казахских полей. И в конце видеоролика показал чайную церемонию. Желаем ему успехов в развитии сельского хозяйства. Дарим ему вот такой подарок, шуруповерт, для того, он ему обязательно пригодится для его фермы. Большое спасибо, КОП «Рахмт». Поздравляем Бочкарева Алексея, участника конкурса «Синокос 2021». Алексей из Иркутской области, Тулунского района, приобрел у нас пресс-подборщик PR-150M грабли ГКП-6.3. Алексей в своем видео показывает, как работает наша техника. Благодарим Алексея за участие в конкурсе и дарим ему электроинструмент марки Bosch. Поздравляем Гришкина Максима Николаевича, участника нашего конкурса с Новосибирской области. Он у нас приобретал грабли ГВВ-6. В видеоролике рассказал процесс подготовки граблей к работе.
Грабли у него уже 3 года, ни разу не ломались, очень доволен. Видео показал все функции настройки граблей в работу и подключение их к трактору. Граблями остался очень доволен. Если кто-то еще не приобрел грабли ГВВ, не знает, как ими пользоваться или сомневается, можете посмотреть видеоотзыв Гришкина Максима, где он все подробно рассказывает. Желаем Максиму успехов в развитии сельского хозяйства, продвинуть свой YouTube-канал ЛПХ из города в деревню, ну и, конечно же, приобрести пресс-подборщик нашего производства. И дарим ему вот такой замечательный набор инструментов. Иванов Геннадий с Иркутской области приобрел у нас в 2015 году пресс-подборщик PR-150M. До нашего пресса он использовал ременной. В своем видео рассказал, что в течение 6 лет не было ни одной поломки. Он очень доволен техникой. Зубья на подборщике он сменил всего 3 штуки. Желаем Геннадию успеха в сенозаготовке и дарим ему набор инструментов. Участник конкурса Симченко Максим Александрович с Краснодарского края. В 2019 году приобрел 145-й пресс-подборщик у наших дилеров компании «Русагромир». Пресс-подборщиком остался очень доволен. В своем видеоотзыве показал процесс обмотки рулонов шпагатом. А еще Максим сказал нам большое спасибо за то, что мы отвечаем на все отзывы и слушаем мнение наших покупателей. Считает наш пресс-подборщик самым надежным, сравнивая его даже по надежности с автоматом Калашникова. Желаем ему развивать сельское хозяйство и заготавливать больше кормов. И дарим ему вот такой набор инструментов. Поздравляем Максима Чижевского, участника конкурса видеороликов об технике Унисибмаш. Максим живет и работает в Республике Казахстан, приобрел пресс-подборщик PR-150M у нашего дилера в городе Кокшетау компании КАЗ Агроэксперт. В своем видеоролике Максим показывает работу пресс-подборщика с разной урожайностью убираемой массы, в том числе огромные валки камыша с заболоченных мест. Данный видеоролик мы рекомендуем к просмотру людям, которые спрашивают, в чем различие между пресс-подборщиками с центральным и боковым дышлом. Поздравляем Максима, желаем ему успехов в деле заготовки сена, соломы, ну и камыша на просторах Казахстана. И вручаем ему диплом участника конкурса и приз – набор инструментов Jones Way. Поздравляем! Райнур Натхулин, участник из Республики Татарстан. В 2016 году организовал фермерское хозяйство. Брал технику в аренду. В 2020 году решил приобрести пресс-подборщик. Смотрел в интернете отзывы, видеоролики и сделал выбор на нашем пресс-подборщике PR-145M. Приобрел он его в компании «Альма» в городе Казани. Пресс его ни разу не подвел за сезон работы. В отзыве он рассказал о всех преимуществах пресс-подборщика и даже как он смонтировал и подсоединил пульт управления для своего удобства в кабину трактора. Желаем Райнуру успехов и развития в его фермерской деятельности. И дарим ему набор инструментов. Большое спасибо! Бигзур Рахмат! Александр Походня из города Новороссийска. Александр занимается животноводством и продает элитное мясо, а это значит, что без качественных кормов никуда. В заготовке сена ему помогает наш 110-й пресс-подборщик, который он купил у нашего дилера, компания «Русагромир». Александр рассматривал разные пресса, но почитав отзывы о нашей технике, решил поддержать отечественного производителя. Желаем Александру только качественных кормов, вкусного мяса, и чтобы техника не подводила, дарим ему набор инструментов. Поздравляем Евгения Мазанова, участника конкурса видеороликов об технике Унисибмаш. Евгений, который живет и работает в Республике Башкирия, приобрел наш пресс-подборщик в 2018 году у нашего дилера компании «Русагромир». В своем ролике Евгений подробно рассказывает, как они на семейном совете выбирали, советовались, спорили и все-таки выбрали наш пресс-подборщик модели PR-145M, которые они ласково назвались «Мамин Сибиряк». Желаем Евгению, чтобы «Мамин Сибиряк» радовал безупречной работой, заготавливал качественные корма для его животных. Вручаем ему диплом участника
И набор инструментов Jones Wave, который пригодится ему в хозяйстве. Поздравляем! Валерий Петков из Новосибирской области. В этом году он приобрел еще один 145-й пресс у наших дилеров, компания «Агроальянс». В своем видео Валерий рассказывает про сенозаготовку, про разницу старого пресса и нового, а также рассказывает про свое хозяйство «Пятачок», как он его называет. Желаем Валерию хороших урожаев, заготовки сена и дарим ему набор инструментов. Поздравляем участника конкурса Челнокова Анатолия. Анатолий из Тюменской области. Приобрел он пресс-подборщик PR-145M. В своем видео он показал полный цикл заготовки сена, как они косят, как сгребают и потом прессуют уже рулоны. Сделал полный обзор пресс-подборщика, рассказал о конструктивных его особенностях и показал его в работе в поле. Очень понравилась доработка подбирающего механизма, который сделал Анатолий. Пригодилась она им для прессования камыша на заболоченной местности. Пришлось косить его, потому что был неурожайный год. Желаем Анатолию дальнейшего развития его хозяйства, хороших урожаев в следующем году. Вручаем вот такой диплом и набор инструмента Jones Wave. Поздравляем! Участник конкурса видеороликов Андрей Шмидт. В 2019 году он приобрел 145-й пресс у нашего дилера в Омске «Базагрокомплект». В своем видео он показал наглядно, как работает пресс в поле, как надо его обслуживать и какие можно внедрить туда улучшения. Желаем Андрею хороших заготовок сена, больше травы, ну и счастья, любви, здоровья. И чтобы техника не подводила, дарим вот такой набор. Поздравляем Пузикова Алексея, участника конкурса «Сенокос 2021». Алексей из Новосибирской области, Собинского района, приобрел у нас технику, пресс-подборщик PR-180M и грабли ГКП-7.3. В своем видео показал нашу технику в работе. У Алексея есть свой канал на YouTube, называется «Колхоз нуля», где снимает и показывает о фермерской деятельности. Алексей наш друг и постоянный покупатель. Активно участвует в дискуссиях и обсуждениях об использовании техники. Благодарим за участие Алексея. Дарим ему набор инструментов. Челышев Евгений из Кемеровской области. Это наш старый друг и покупатель нашей техники. У него в хозяйстве 380-х пресса и грабли 7.3. Евгений заготавливает сено в большом количестве. Для этого ему понадобились самые большие пресса. Два пресса у него этого года. И он показывает в своих роликах, какая разница между старыми прессами и новыми. Какие там доработки и какие улучшения в новой технике. Желаем Евгению хорошей сенозаготовки, хороших урожаев и дарим ему набор инструментов. Поздравляем Лучкина Григория, участника конкурса «Сенокос 2021». Григорий из Забайкальского края, Краснокаменского района, приобрел у нас пресс-подборщик PR-150M в декабре 2020 года. Григорий показал в своем видео, как хорошо можно заготовить сено пресс-подборщиком. Благодарим его за участие в конкурсе. Желаем Григорию успехов в его фермерской деятельности и дарим набор инструментов. Поздравляем Александра Ездина, участника конкурса видеороликов о технике Унисибмаш. Александр, который живет и работает в Алтайском крае, приобрел пресс-подборщик PR-110M. В 2021 году у нас на заводе. Александр приобрел пресс-подборщик для себя впервые. До этого он не имел опыта работы самостоятельного прессования сена в рулоны. На мой субъективный взгляд, получился самый веселый, легкий, динамичный ролик всего конкурса. Искренне поздравляем Александра. Желаем ему, чтобы наш пресс-подборщик доставлял ему только положительные эмоции, чтобы положительные эмоции испытывали его заказчики. Вручаем ему диплом участника и набор инструментов Jones Wave, который пригодится ему в работе. Поздравляем, Александр! Встречаем следующего нашего участника конкурса. Это Осипов Николай. Осипов Николай из Кемеровской области Промышленского района. Николай наш постоянный покупатель, и в этом году он приобрел обновленный 145-й пресс.
Видео Николая получилось очень информативным. В нем он подробно показал настройку пресса и рассказал о внедренных доработках. Рекомендуем его видео к просмотру для пользователей этой модели пресса. И желаем Николаю развития его хозяйства и побольше клиентов на сено. И дарим ему профессиональный набор инструмента. Уважаемые друзья, и наконец встречаем победителей нашего конкурса. По информационной насыщенности видеоролики, которых были высоко оценены нашим жюри, и победителем нашего конкурса, который занял 3-е место, становится Белов Владимир из Омской области, из деревни Окунева. Владимир приобрел пресс-подборщик PR-110M в городе Омске у нашего дилера в базе «Агрокомплект». В своем видеоролике Владимир подробно показывает, как он покупал пресс-подборщик, снял его полный обзор, рассказал об особенностях, показал, как он работает в поле, рассказал, почему он приобрел именно эту модель пресс-подборщика, а не другую. И в заключительной части обоснованно порекомендовал приобретать именно эту модель прессов людям, имеющим небольшое хозяйство. У Владимира свой YouTube-канал, который так и называется «Деревня Окунева». Там много интересных видео о жизни в деревне, в том числе и про наш пресс-подборщик. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые серии Владимира. Поздравляем Владимира с победой и желаем ему и его супруге Валентине Степановне здоровья, исполнения всего задуманного и дальнейшего развития вашего хозяйства. Дарим ему диплом и вот такой огромный набор инструмента John Sway, который пригодится вам при ремонте трактора, а может быть и когда-то нашего пресс-подборщика. Поздравляем, Владимир! Следующий наш победитель, который занял почетное 2-е место, Кузьмин Алексей и Владимир Семенович с Новосибирской области, со Сдвинского района. Они приобретали пресс-подборщик PR-150M и грабли ГВВ-6 в 2021 году. Алексей снял отличнейшее видео, в котором показал образцовое содержание техники, подробным образом рассказал о всех настройках и регулировках пресс-подборщика, о проблемах, которые могут возникнуть в поле, и о которых все описано в руководстве по эксплуатации. После этого видео сразу понятно, что если подробно изучишь инструкцию по эксплуатации техники, то в поле не будет никакой неожиданной ситуации с ней. Показал, как они в этом году заготавливали сено с помощью нашей техники, и ее работой были очень довольны. Желаем Алексею и его семье здоровья, дальнейшего развития вашего хозяйства и YouTube-канала «Семенович». Успехов вам в ваших делах! Алексей, поздравляем вас с победой, вручаем диплом за 2-е место, а также вот такую экшн-камеру GoPro 9. С помощью которой можете снимать качественный контент для вашего YouTube-канала. Поздравляем! И нашим абсолютным победителем становится Крафт Андрей, который занял 1-е место. Андрей, поздравляю с победой! Андрей из Поспелихинского района, Алтайского края. Он приобрел пресс-подборщик PR-110 в 2019 году. Это его уже 2-я покупка. Первый пресс он у нас покупал PR-120 в 2012 году. В своем видео Андрей рассказал все тонкости о конструкции пресс-подборщика, как нужно смазывать, настраивать, какие могут быть нюансы при работе в поле и, конечно, о своих доработках, которые сделаны и внедрены теперь уже на заводе благодаря его рекомендациям. А то, что сломалось у него после 5000 рулонов, мы уже доработали и усилили дополнительно на новой партии пресс-подборщиков. Андрей показал пресс-подборщик в работе в поле и красиво смонтировал видео. И за это заслуженно получает 1-е место в нашем конкурсе. Поздравляем Андрея с победой, вручаем диплом за 1-е место и вот такую экшн-камеру GoPro 9 с минимальным комплектом, который необходим для съемки качественного контента для вашего канала. Пресс этот справляется со своей работой, поставленной задачей. Что касается того,
буду ли я советовать кому-то, не буду. Да, могу там посоветовать, скажу, ребята, берите. Но это каждого, как говорится, свое право, да, хотите берите, хотите нет. Я доволен данный момент. Могу только сказать одно, он себя оправдал несколько раз уже. Ну а заводу Унисибмаш хочу пожелать дальнейшего развития, не стоять на месте, идти в ногу со временем. Ну и работать с людьми, потому что именно люди помогают сделать, я думаю, эту технику лучше. Какие-то находят дефекты, неисправности, над которыми потом уже в дальнейшем этот коллектив работает и пытается устранить. Это важно, нужно устранять, нужно работать, и тогда техника будет лучше, чем у некоторых других производителей. Удачи всем, пока! Вручение подарков участникам и победителям нашего конкурса мы согласуем индивидуально, в течение нескольких дней. Еще раз спасибо всем, что участвовали в нашем конкурсе. Желаю вам и вашим близким здоровья, успеха в ваших делах. Ну и приглашаем вас принять участие в конкурсе «Синокос 2022». А также хотел выразить благодарность всем тем, кто когда-либо приобрел нашу технику. Тем самым поддержал наш завод. Благодаря вам мы сегодня работаем и развиваемся дальше. Всем огромное спасибо, кто досмотрел наше видео до конца. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, нравится вам наша техника или нет. Всем всего доброго и до новых встреч!